Начинаем короткое видео. Вот там за спиной у меня церковь Александра Невского. Это город Нижний Тагил, Свердловская область, если кто не знает. Вот. Вот мое авто. Ну, его плохо видно. Потом будет получше видно. Днем поснимаем. Вот. Родился я в городе Нижний Тагил в 83-м году, 6 мая. И до сих пор здесь нахожусь. Вот. Закончил общеобразовательную школу номер 8. 9 классов. После этого поступил в Нижнетагильский машиностроительный техникум. Закончил образование на сварщика, техник-технолог сварочного производства. Вот. Потом, во время учебы, скажем так, на 4-м курсе, на последнем, я решил учиться дальше и поступил по контрактной основе. Прошел курсы и так далее. В Уральский государственный университет по утей сообщения по контракту от Уралвагонзавода. И что самое главное, что самое главное интересное, я все это время, пока учился в техникуме, каждое лето, каждое божье лето, потому что денег практически не было, работал на Уралвагонзаводе. Чтобы хоть что-то заработать, купить себе какие-то вещи и так далее. Потом я поступил в Уральский государственный институт путей сообщения. 4 года учился в Екатеринбурге. Это у нас областной центр Свердловской области, если кто не знает. И что же я за это время достиг? Прошло уже 15 лет, как я отучился. Начал я, как говорилось уже ранее, со сварщика. Потом работал мастером. Потом работал старшим мастером, начальником участка, заместителем начальника цеха по производству. Ну и, соответственно, начальником цеха. В подчинении у меня количество людей достигало до 900 человек. Что хорошего? Зарплата, ну, не очень, скажем так, соответствующая. 100 тысяч плюс в месяц за то, что ты находишься круглосуточно на работе, без выходных, без проходных. В отпуск, скажем так, когда-нибудь досходишь. Ну, это не очень хорошо, но это опыт. Добился всего сам. И в определенный момент, в июне этого года, я решил бросить, положить, скажем так, на все и поехать в город Геленджик. А что из этого получится? А получится по-любому. Скоро вы все увидите.